Сава-мудак – это тот, кто изображает Сава-мудрия, а ведет себя как мудак. А если девушка себя ведет таким образом? Значит, Сава-мудива. Сейчас налетят знатоки сленга и будут говорить, что у слова «мудак» нету женского рода. Друзья, вы плохо знаете нашу православную субкультуру. Ну, загляните вы в наши храмы, посмотрите, как наши православные женщины... Некоторые православные женщины ведут себя в храмах и вне храмов. И увидите, что у нас с эмансипацией в православии все очень хорошо. Да, у нас действительно женщина не может быть священником, но зато у нас в православии женщина может быть мудаком.